Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Иисус Христос и Самарянка. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковому сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.